Всем привет! С вами Алекс Ки. Сегодня, как я и обещал, будем готовить очень вкусные заварные пирожные с кремом. Из ингредиентов нам понадобится молоко, примерно стакан, 3 куриных яйца, примерно 1 столовая ложка, можно чуть-чуть побольше, муки, сахарный песок, чуть больше половины стакана. Я люблю добавлять также выпечку ванильный сахар, можно щепотку 2 для запаха. Сливочное масло 20-25 грамм. И готовую смесь для заварного теста от доктора Эткера, которую очень удобно использовать. Стоит такая смесь около 50 рублей. Итак, что мы уже сделали? Взяли стакан молока, поставили на огонь, для того, чтобы оно постепенно нагревалось. Далее берем небольшую миску, разбиваем яйцо, добавляем сахар и ванильный сахар. Можете добавить ваниль на свое усмотрение, что больше предпочитаете, и все это тщательно перемешиваем до однородной массы. Затем добавляем муку постепенно и сильно продолжаем также перемешивать. Следующим нашим шагом будет влить в смесь 1/3 разогретого молока. Молоко при этом не должно закипеть, температура молока составляет примерно 40 градусов. И мы продолжаем дальше перемешивать. Затем мы добавляем еще 1/3 молока. После этого из миски мы переливаем полученную смесь в кастрюлю. И с помощью лопаточки, желательно плоской, она нам позволит тщательно перемешивать крем. Мы начинаем продолжительное время перемешивать крем. Как только у вас будет нужная консистенция, необходимо выключить плиту и добавить сливочное масло. Также продолжать помешивать, пока масло не растает. Крем будет готов. Займемся тестом. Берем готовую смесь от доктора Эткера и миску. Высыпаем смесь, берем 3 столовых ложки молока. Также добавляем 2 чайных ложки подсолнечного масла и последний ингредиент – 2 куриных яйца. Ну а теперь мы уже умеем работать быстрым миксером и начинаем тщательно все перемешивать. Смесь у нас уже готова, поэтому берем противень, выстилаем на него пергамент. Мне нравится его использовать, потому что ничего не пригорает, а также легко чистится противень. Когда я что-то выпекаю, я всегда смазываю пергамент маслом. Делаю это я с помощью кисточки, которую купил в Ашане, в отделе посуда. Она очень простая и удобна в использовании. Всем рекомендую. Также, если у вас есть данный аксессуар или что вы там используете, пишите в комментариях, мне это будет интересно. Ну а мы чайной ложкой выкладываем вот такие маленькие комочки на пергамент. Мне нравятся маленькие, так как их будет удобно есть. Смесь доктора Эткера удобная вещь, ее можно купить в магазине Перекресток, Метро Кэш энд Керри или Карусель. Какой у вас магазин есть в городе, идите в тот, явно вы там ее сможете найти. Как только мы закончим выстилать массу на пергамент, мы отправляем противень в духовку. Как написано на упаковке, это 20-25 минут при температуре 200-220 градусов. Также там не рекомендуется первые 15-20 минут открывать духовку. На своем опыте я уже понял, что если открыть духовку, форма пирожных может потеряться, поэтому ее не рекомендуют открывать. Основным показателем готовности пирожных – это румяная корочка. Ну а у нас получились вот такие заварные пирожные и заварной крем. Что мы делаем теперь? Мы берем пирожное, разрезаем вдоль и внутрь с помощью вилки добавляем крем. Повторяем данную процедуру со всеми остальными пирожными. То же самое. Вот такие у нас сегодня получились пирожные. Когда вы их приготовите, вы поймете, что они просто обалденные. Всем приятного чаепития. А если тебе понравилось видео, ставь лайк, мне будет приятно. Жми обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и подписывайся на канал. Ищи меня в Instagram, ссылка в описании. С вами был Алекс Ки. Всем пока!